другое дело. Все готово. Поехали! Ладно! Без паники! Без паники! Да светится имя твое, да приедет царствие твое. Бережно, бережно. Да, весело было, да? Да, об этом я расскажу своему мозгоправу. Ха, у тебя есть мозгоправ? Нет, но теперь явно будет. Ой, да ладно изображать. Все было под контролем. Давайте искать вход. Вперед за сокровищами. Поможешь мне? Ага. Посмотрим, что. Похоже, тут что-то есть. Сэм! Ага. Давай. Черт, тут кирпичи. Так, осмотримся. Эй, аккуратнее с этим, парень! Берегись! Сказал, берегись.
сказал. Сэм, постой! Он поставил на карту все. Великолепно. Но сокровищ не видно. Эй, парни! Идем! Посмотри. А, святой Дисмос. Снова он. Ну, что тут у нас? Еще знаки. Наш дорогой Эвери, Томас Тью, а это... Это Адам Болдридж, Джозеф Фаррер, Ричард Вонд. Хм. Пиратские капитаны. Ну, пока твоя бредовая теория пиратского общака подтверждается. Ну, ладно. Посмотрим, в чем тут трюк. Надо кнопку нажать или что? Может, за руку потянуть или... Попробуй. Давай. Эй, когда вам надоест обниматься с беднягой Дисмосом, посмотрите вот на это. Вот эта трапеция явно вулкан. Корона — это Кингсбэй. Перед нами карта, джентльмен. Виктор, ты просто гений. Слыхал, Нейт? Я гений. Да, да. Так, если мы вот здесь, башня совпадает со знаком Эвери. Выходит, остальные знаки? Это башня времен Эвери. Ну, то есть, сокровище в одной из них? Вопрос в какой? Я насчитал 12. Эй, Виктор. А? Ты ведь у нас не куришь сигареты, правильно? Похоже, мы тут не первые. Оберегись! Машин! Мы взорвали! А, черт! Засада! Thank you.
Это все? Надеюсь, да. Ты как? Да, ничего, порядок. Сэм? Я здесь! Ты что делаешь? Проверяю кое-что. Черт. Ты смотри. Они тоже поняли про башни. Место расположения, знаки. Что теперь? Теперь? Да все теперь. Потому что нас трое, а их хрен знает сколько. И у них есть фора. Да, но еще не поняли, в какую им надо. Здорово, Нейт. Мы тоже. А мы знаем. Вот. Немного стерлось. Тут совпадает. Ты уверен? Вот это тоже подходит. А, черт. Все равно. Две лучше, чем 12. Ладно, я бегу к этой, а вы с Виктором к той. Нет, нет, нет. Там теперь уже повсюду люди Рейфа. Именно. Это единственный шанс для нас. Нам надо разделиться. Да погоди ты секунду. Нейт, он прав. Башни на разных концах Кингсбэя. Если нарвешься на клоунов Надин, дай нам знать. До скорого. Надо спешить. Пошли. Да. Вот наша башня. Ты правда думаешь, что клад спрятан прямо посередине? Да это безумие. Но мы не такое видали. Это правда. Простите. Что вы делаете? Питер, encore que tu vends les produits volés? Pommes, délicieuses pommes. Sans bio. On les met où? On les pousse à côté des autres. А он прав. Запах шикарный. О! Est-ce que ce sont des haricots de Limo Tropico? Oui, madame. C'est que vous. N'est pas à votre place habituelle en bas des marches. Удалось. Заперто. Придется туда как-то проникнуть. Не заметил. Я потому и говорю про них. Эй, смотри! Вон там разбитое окно! Сали, тут вроде можно пролезть. Сойдет? Ужас. Ну и высотища. Ты чего там застрял? Ты иди, иди, у меня свой дом. Ну, отсюда хоть вид хороший, скажи. Ну, посмотрим, что тут. Эта башня сохранилась намного лучше других. Знак Эдварда Ингленда. Все как на карте. Так что мы ищем? Хороший вопрос.
Это очень высокая башня. Да, очень. Так, орел или решка? Скорпион, мужик с кувшином. Это знаки зодиака. Так, вот лев. И телец. Только четыре знака. А наверху четыре колокола. Все ясно. Давай звонить в колокола. Как это точно то место? Звони, сэр. Сейчас. Скорпион, Водолей, Лев, Телец. Автоответчик. Эй, Сэм, мы нашли нужную башню. Перезвони. В этом городе телефон не везде ловит. Ну нет смысла ждать. Скоро вернусь. Смотри, Салли, часики-то ходят! Я заметил. Смотри, чтобы тебя шестернями не заживало.
Попробуй попрыгать с одного груза на другой. Все с ним в порядке. Просто забыл телефон зарядить.
6, осталось еще 2. Что мы имеем? Забыл телефон зарядить. Спешите. Весело.
Могу перебраться. Вот и ты. Салли, я добрался! Сейчас... Рукоять сломалась! Да, постарайся больше ничего на меня не ронять.
Придется самому звонить. Ну, поехали. Давай. Хоть дверь теперь открыта. Есть лишь один способ. Ты в порядке? Пока не знаю. А ты? Оглох. Вперед. Глянем, что Эвери для нас приготовил. Ну-ка. Смотри, монетка. Тебе нужна? Ну ладно, давай. Глянем, что там. Я надеюсь, золото и бриллианты. Сэм, наконец-то, ты как? Обыскал башню, по нулям. Ну, а мы зато точно пришли по адресу. Давай быстрее к нам. Серьезно? Я сейчас буду. Он скоро будет. Хорошо. Сали. Сейчас. О. Эй, это наши клиенты? Ага. Генри Эвери, Томас Тью, сообщники. Основатели чего? Охота за призраками. Знаки Эвери и Тью. Но эти немного другие. Да. Смотри, тут звезды. Они вращаются. Но в какую сторону их надо... Еще пиратские знаки.
Адам Болдридж, Энн Бонни и Кристофер Кондент. Комбинаций слишком много. Пойдем глянем, что за той дверью. Я все-таки надеюсь на сокровище. Я, знаешь ли, тоже. Смотри-ка, я был прав. Болдридж, Бонни и Кондент. Чудненько. Но что они вообще здесь делают? Ну, давай выясним. Вау, вот это усы. Такие же могучие, как у тебя. Обычные усы. Не. Не то. Не. Не. Не то. Не. Не, не то. Не. Не, не то. Не. Не. Не то. Не. Не. Не то. Не. Не. Глянь на эти звезды. Такие же, как на знаках Эври и Тью в той комнате. Слушай, точно. А, ну точно. Кондента звали Одноруким Билли. Видимо, это его. А тут еще одно созвездие. Да, но это уже другое, они не одинаковые. О, точно. Глаз-алмаз. Спасибо. Видишь, я не только красотой беру. А Бонни-то была рыжая. Да. Что скажешь? На знаках Эвери и Тью совпали звезды. Помнишь? Значит, на этих тоже.
это... Не знаешь, да? Ну, пиратов было очень много. Что, тупик? Нет, не тупик. Дай телефон. Неужели звонок другу? Почти. СМС брату. Вот так. Слушай, а картины-то красивые. Не найдем клад, можно хоть их продать какому-нибудь музею. Ищи лучше созвездие. Да я так рассуждаю. Салли, помоги мне. Сейчас. Спасибо. Ровно? Да кому какое дело? Мне есть дело. Только взгляни на лицо Феррелла. Он совсем не рад тут находиться. Не то. Не. Привет. Ты еще в башне? Да я только что спустился. А что ты мне прислал? Потом объясню. Скажи мне, кто тут кто? Ну, дельфины — это Ричард Вонд, трезубец — Джозеф Фаррелл, а две руки с жемчужиной — это Уильям Мейс. Супер. Смотри, чтобы у тебя телефон ловил. Может, еще наберу. Нейт, ты нашел сокровище? Пока нет. Надо сначала с одним механизмом разобраться. О, Ричард Вонд. Был капитаном на дельфине. Ха, похоже, у них с Болдриджем были лучшие парики. Ага. Что в руках статуи на портрете Мейса? Корабль назывался «Жемчужина». Так может, «Жемчужина»? А, как буквально.
Так, и кто у нас тут? Я потрясен. Ты и не знаешь? Знаю я все. Только надо проверить, знает ли Сэм. Чтобы он чувствовал, что от него есть польза. А, ну конечно. Произошло. Наверное, факел упал. Посмотрим, что там осталось. Не знаю его. А этот помоложе остальных пиратов. О, Сэм прислал ответ. Вот видишь, Сэлли, оказывается, Сэм тоже не все знает. Злорадствовать нехорошо. Да, знаю. Ладно, займемся картинами. Без имени. Одет по-мавритански. Не то.